Новороссийск, блин. Ну, в смысле, Новороссийск. Ну, в смысле, очень-очень хороший город с хорошими ветрами. Вот так вот. Капец. Блин, жалко, конечно. В хорошую погоду было бы, наверное, здесь прикольно. Ой. Задувает и задувает. Я-то думаю, что народа нету. А всех сдуло, оказывается, ё-моё. Ну, мне особо нечего сказать про Новороссийск. Как говорится, не то, что даже как туристу, но тем более как человеку, который, вот, как говорится, с Америки, да, приехал. Просто потому, что настолько холодно, что что-то говорить не очень-то хочется. Но город чистенький. Я никаких бомжей, в отличие от Америки, не вижу. Вот. Ветер, конечно, сумасшедший. Вот. Мы здесь сейчас на площади Героев. Очень все презентабельно. В хорошую погоду здесь, наверное, очень здорово. Ну, это если уж совсем откровенно. Вот такая штука. Народу нет. Причем совсем. При таком ветре, я так понимаю, их всех сдуло нафиг. Вот. Ну, как-то так. Так, народ. Я не выдержал похода по Новороссийску. В том плане, что сдувает вообще. Я якорь с собой не взял. Гирю я тоже с собой не брал. Сдувает конкретно. Я вот зашел в какую-то кафушку. Вот, сейчас посмотрим, что к чему. Выпью кофе и вперед. О, ладно. Оставь, пускай снимает. Так. Поверните налево. А как налево повернуть, если тут направо все? Ё-моё. Нет, движение, конечно, здесь не хаотичное по сравнению с Сочи, но тоже очень своеобразное. Прям, скажем так, не американское. Так, я так понимаю, сюда. Вот. Время около 3 часов дня. Вот решили сгонять в достопримечательность, которая меня больше всего заинтересовала. Это увидеть коня дельфина. Поверните направо, на улицу Революции 1905 года. Нифига, у них тут улица Революции 1905 года есть. Город напоминает чем-то Владивосток. Чем-то. Ну, наверное, может быть, какой-то такой своей морской атмосферой. Но, вы знаете, ну, Владивосток, конечно, поухоженнее. Владивосток, конечно, ну, я бы сказал, как-то поизящнее, что ли. Ветра у нас тоже, конечно, во Владивостоке сумасшедшие. Но это самое, как-то они не такие, что ли. Больше у нас как-то вот они связаны с каким-нибудь снегопадом или с какой-нибудь ерундой. Или зимой. Осенью у нас вообще, честно говоря, числа до 20 какого-то.
довольно-таки золотая осень. А здесь вот примерно так. Что еще добавить? Очень много памятников. Ну, что говорить, город-герой. Соответственно, что здесь еще? Вот. Явно, что все тут помнят и должны помнить все, что здесь, конечно, произошло. Поэтому очень много памятников. И это радует. Народу, как вы видите, на улицах нету. Как я и говорил, уже сдуло, наверное, всех. Но что еще у нас? Поверните направо. Вот направо мы повернули. Улица какая-то революционная. Вижу троллейбусы. Троллейбусы я в своей жизни давно уже не видел, поэтому для меня это, конечно, интересно. Вот. Так что вот как-то так. Ладно, сейчас доедем до коня дельфина. Поделюсь впечатлениями. Мы спускаемся к мемориалу, или я не знаю, к чему это, может, там памятник какой-то или еще какая-нибудь штука, которая называется, соответственно, рыба-конь. Ой, то есть это, фу, блин, конь-дельфин, то есть конь-дельфин, да, конь-дельфин. Вот, и, как сказал навигатор, 300 метров, и будет конь, а вот конь вижу, а где дельфин не вижу. К чему? Слушайте, ну памятники здесь, конечно, интереснейшие. Хотя ничего не понимаю. Так, так, так. Выключай. Так, ну вот мы и приехали к конь-дельфин. А, это, оказывается, спорт какой-то. Пиво, рок-н-ролл, бар, клуб, концерты, вечеринки. Короче, здесь лучшая в городе коллекция пива. И так, ну, это то, что это я читаю. Это я не то, что там рекламирую. Кони-дельфин. Честно говоря, было бы интересно увидеть это все в рабочем состоянии вечерком. Но, видать, мы не попадем. Кони-дельфин. Название же такое. Это кто-то что-то придумал. Или человек, который дельфинов любит, или коней. Или тот человек, который любит и дельфинов, и коней, и, но не очень любит пингвинов. Ну, мне так кажется. Вот. Прикольная аллея. Очень даже прикольная. Лежачие полицейские. Еще один какой-то клуб. Слушайте, вдоль набережной сплошные клубешники. Ну, в принципе, правильно, а что? И даже есть городской туалет. Причем более-менее нормальный. Лучше, чем в Олимпийском парке в Сочи. Это вообще, конечно, вот уникальная штука. Ну, я не знаю, может, конечно, я не все туалеты в Олимпийском парке в Сочи прошел или обошел, или я обсмотрел. Но то, что я обсматривал, ну, очень как-то было тоскливенько. А здесь очень даже ничего. Кинотеатр «Нептун» есть. У нас в Владивостоке тоже есть кинотеатр «Нептун». Вот. У нас в Лас-Вегасе нет кинотеатра «Нептун». Вот. Ну, вот как-то так. Выключай. Так. Мы ехали-ехали. Вот. И я куда-то зарулил в этот самый, в новенький микрорайон. Не знаю, как он называется, пока я сейчас соображу. Может быть, пожалуйста. Ну, опять-таки, я что сюда приехал. Мне интересно, как живут люди. Вот здесь всякие коттеджи строят. Это, я так понимаю, слева какая-то новороссийская рублевка. Наверное, потому что коттеджики хорошенькие. По возможности сейчас поближе подъеду. А там, соответственно, больше всякая фигня. Так, выключай. Все, мотор, поехали. Так, мы вот подъехали. Тут, как я и говорил, какой-то коттеджный комплекс. Это одно. А тут всякая новостройка. Это другое.
Вот. Как я тут очутился, я не знаю. Просто меня вот предчувствие привело. Не, ну, очень мощно, конечно, все строится. Извиняюсь. Такое ощущение, что город хочет стать миллионником в ближайшие прямо дни. Дома явно еще не сданы, но в стадии, я так понимаю, сдачи. Сколько стоят, не знаю. Дерябина. Улица Дерябина какая-то. Кому интересно, посмотрите. Вот. Аренда. Кладовые помещения. Офис продаж застройщика. Не, ну интересно. Хочу обратить внимание на довольно солидный фитнес-центр. Вот. Я также хочу обратить внимание на продолжение данного строительства. Многоэтажки. И смотрим справа юрта. Юрта. А юрта? Кто тут живет? Кто-то живет. Слушайте, ну очень-очень даже это впечатляет. Так. Ладно, проезжай, мужик. Теперь мы поедем. Вот, вырубай. Очень забавная картина, которую я хочу вам показать на данную секунду. Домов много, одинаковых домов много. Все это напоминает «Иронию судьбы» и «С легким паром», если вы помните, когда можно проснуться не только не в своем доме, но и не в своей постели. Вот это я так, ну, рассуждение вслух. Так, ну а сейчас хочу вам представить Новороссийский байкерский клуб «Ночные волки». Вот он здесь вот так вот выглядит. Честно говоря, солидно. Не, серьезно, я много байкерских клубов видел в своей жизни, но прямо это, не знаю, кто их спонсирует. Я всякие истории слышал и так дальше, и слышал. Я не знаю, честно говоря, кому что там верить особенно. Просто вот показываю то, что вижу. Вы, в общем-то, наверное, поняли мою позицию. Я как чукча. Что вижу, то и пою. Поэтому вот так вот выглядит, значит, Новороссийский байкерский клуб «Ночные волки». Очень даже презентабельно, очень здорово. Кто-то здесь вообще не дурак, дизайн, все, ну, вообще на уровне. Любой лас-веговский, так скажем, байкерский клуб, поверьте мне, однозначно бы позавидовал такому клубу, тем более отдельно стоящему зданию и все такое. Вот так вот, едем дальше. Так, мы все-таки решили не кататься на троллейбусе, хотя очень хочется. Вот, просто где-то запарковать машину, потом искать троллейбусную, эту самую, как ее, остановку. Это все решаемо, я понимаю, но, блин, такой ветер, что просто капец. В общем, мы решили потихонечку уезжать с Новороссийска. Вот. И, ну, наверное, чуть-чуть позже окончательное заключение. Вот. Но предварительное заключение — очень достойный городишко. Очень порадовал, в принципе, своей чистотой, своей перспективой. Явно, что город кабздец как развивается. Дороги очень достойные. Поверьте мне, лучше, чем Сан-Франциско. Ну, вот просто однозначно лучше.
Вот давайте только не брать какие-нибудь районы, где там какая-нибудь новостройка или там, я не знаю, заброшенные районы. Я вам и под Сан-Франциско, под Лос-Анджелесом и под Лас-Вегасом могу показать тоже подобное заброшенное и всякое такое. А на данный момент очень-очень достойненький городишко. Как я и сказал, похож на Владивосток во многом. Но Владивосток, наверное, будет постильнее, конечно. В Владивостоке есть такая, знаете, вот все-таки там стиляги и там стильно. Ну вот, а мы пока едем на выезд. Врубай. Вот еще раз подмечаю, и старенький вроде бы райончик, тут же новостроечки. Причем, знаете, в отличие от Сочи, там, Геленджик или еще что-нибудь, где вот хрен победи, почему построили, и здесь вот прямо так, ну, видно, что планово строят. Вот, ну, серьезно, как-то так вот, стильненько. Не знаю цены, ребят, ну, число, я тут не живу. Во, это как-то вот так. Вот такая штука. Вырубай. Ну вот. Ё-моё. Мы на выезде из Новороссийска. Дождь, ветер, снег и вся остальная фигня. Вот. Вот мы и выезжаем из Новороссийска. Все было здорово, кроме погоды. А в остальном все офигенно. Вот. С городом познакомились, правда, бегом-бегом. Погодой там не повезло. Как вы видите, на море вообще все бурунами, имеется в виду. Волны, ветер. Ну вот как-то так. С другой стороны, так вот задумаешься, во время войны, когда наши люди, как говорится, штурмовали вот это все. Представляете, через какой вот ужас, через какие страдания приходилось нашим, как говорится, дедам проходить, чтобы взять этот город обратно. Вот как-то так.